родную мою страну обходит с полуночи великое студеное море, седой океан. В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит оно и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег. Ветер стонет, а вам не печаль. Вихри ревут, а вам не забота. Глубина океана страшна, немерна, а будет столь светла, ажной рыбы ходящей видно. От студеного океана на полдень развеличилось белое море. Наш светлый Гандвик, в белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под Архангельской горой встречается с морем. Тут острова необильно, пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами, а кругом вода. Куда вздумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо. По реке беспрестанно идут корабли, к морю одни, к городу другие, и к солнцу парусами, как лебедь. Обильна Двинская земля, богата зверем и рыбой, и скотом, и лесом умножена. На севере принято долго жить, но стогодовалые старики да старухи бывают хуже малых ребят. При двух-то лампах электрической и керосиновой тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люс в карты играет. Обе глухи, обе по 80 лет, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит. Горе мне с глухой-то тетерей играть, ведь врет, глазом не моргнет. Глафира Васильевна не поддается. Беда с теми играть, которые из ума выжили. Одна другую не слышат, им и не обидно. Утром тетенька Глафира Васильевна встанет на молитву, в землю поклонится, да яхнет. Вот он, бубновый-то король, под Люсихиным стулом лежит. Вчера, думаю, куда ты, козырь, девался? А эта шельма его под себя срыла, недаром и выиграла. Последний раз играла. И тетеньку, и мадам Люрс Борис Викторович Шергин нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически. Боря-то зря аппаратом треплет, уж вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, ужасти как не похоже. А помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобою, француза-то, снимались. О, как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну. Только Боре-то не надо говорить, обидеться, Бог с ним. А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать. Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя у нас была банька на огороде, хорошая. А там как раз парилась телоносная Проксения. По выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, Гризельда. И видит вдруг Гризельда, лезет из предбанника чудо, косматое, скрюченное, стуча клюкой. Умная девка сразу смекнула, что это. Банна обдериха заверещала не по-хорошему, да в чем мать родила на улицу. Девку водой холодной обрызгивают, она свое. Тошнёхонько мне, я это моюсь, а обдериха-то из-под полка и вышла. Жених Гризельды Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банну дверь да орёт.
Где ты, обдериха? Зашибу! Татьяна Федоровна ничего не уяснила. Ну, слышит, что в двери-то бухают. Думает, замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофе пить и перво 18 чашек без сахара. Пьет, на себя в зеркальце любуется, да и говорит, я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, так мяконько стала.